Я думаю, вы самым правильным, если я прочту вам письмо, которое написал вам Филипп Янковский. Дорогие друзья, сердечно благодарю вас за сохранение памяти о моем отце. Я хочу сказать отдельное спасибо людям, которые проявили инициативу и решили установить памятник Олегу Янковскому рядом с театром, где начинался его творческий путь в городе, с которым связаны его молодые годы и яркие воспоминания. Саратов всегда оставался в его сердце, этот город служил для него источником вдохновения, всегда давал ему творческий импульс, придавал сил непростые моменты жизни. Пусть образ, созданный Олегом Ивановичем, дарит жителям города радость, гордость, оставляет место для мечты и, быть может, послужит образцом для благородных поступков и самоотверженных проявлений души. Спасибо за память. С уважением, Филипп Янковский, Людмила Зорина, Иван и Лиза Янковский и Оксана Пандера. Может быть, от себя немножко. Когда уходят те, кто старше тебя, это естественно. А случай с Олегом, конечно, другой. На полпути. Но любил он и свою профессию, и свой театр, и этот город. Так что давайте помянем его добрым словом. России, лауреат государственной премии Ирина Петровна Купченко. Олег, как странно распознать перед твоим памятником. Тебя здесь помнят, тебя здесь любят. И не только здесь, а везде в России. Тебя помнят и любят твои друзья, твои коллеги. Ну, я не говорю, естественно, о твоих родных. Это памятник Мюнхгаузену, но, в общем-то, это памятник тебе, потому что вот эта лестница, а я знаю, как выглядит этот памятник, это лестница на небо, по которой всю жизнь поднимался ты. Поднимался и в своей профессии, поднимался и человечески. И мне очень приятно, мне вообще всегда очень радостно и приятно приезжать в ваш город, когда мы приезжаем сюда со спектаклями, с гастролями, с театром Архангела. Потому что это один из самых культурных городов. Вот это слово «провинция» мне лично режет слух. Это не провинция, провинции вообще нет. Есть города больше, меньше, но это все равноценные совершенно города. Еще неизвестно, какой город столица. Культурная, научная, экономическая, промышленная. Поэтому спасибо вам за то, что вы цените своих героев, а это, безусловно, герои. Они могут быть в кино, в театре, в науке, в чем угодно. Спасибо, что вы так трепетно к этому относитесь. Дай Бог вам здоровья, успехов, исполнения желаний и нечаянных радостей всем. Спасибо. Олег. Мюнхгаузен предстал вовсе не тем бароном-вролем, который знаком по книге Эриха Распе и каноническим иллюстрациям Гюстава Доре. Это была притча о мужестве человека, который способен остаться самим собой, не пасуя перед лицемерами и ханжами. Я понял, в чем наша беда. Мы слишком серьезны. Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа.
улыбайся. Володин, наш земляк, который уже не первый инициатив, как вы понимаете, мы в августе вот открывали памятник, я скажу, образу Олега Павловича, который создал. Дальше Петров, Водкин, Булгаков, то есть есть знаменитые люди в Саратове, которые должна остаться память. И вот, мне кажется, сегодня одно из таких очень важных для нас событий. Я думаю, что Олег Павлович, мы все, кто знал его, дружил с ним, знает. Зная его характер, его самую иронию, я думаю, что он, ну, так с большим чувством юмора бы отнесся к сегодняшнему дню. Он человек непамятный, он человек непамятник. Я так думаю, что это нужно, конечно, больше не для него, а для нас. Для тех, кто вот здесь, в нашем городе, для тех, кто сегодня увидит эти новости и узнает, для себя и откроет новые какие-то вещи, то, что, оказывается, Янковский столько лет жил в Саратове. И он здесь сформировался как артист. А потом. И Саратов дал ему старт, а дальше он уже стал тем, кем мы все его знаем.